совершенное топливо, экологичное, высокоэффективное и ценное химическое сырье. 78% территории Ульяновской области сейчас снабжено этим ресурсом. Газификация региона продолжается, и на это выделяют солидные суммы. В текущем году на газификацию населенных пунктов в областном бюджете предусмотрено более 400 миллионов рублей. В целом около 90 сел планируется обеспечить природным ресурсом в ближайшие годы. Газифицировано 476 населенных пунктов. Природный газ активно используют 210 промышленных предприятий и свыше 5700 котельных и коммунально-бытовых предприятий. Топливо нужно уметь укращать. Ежедневно делают жизнь комфортнее тысячам людей сотрудники газовой промышленности. Иногда без сна и перерыва, чтобы не допустить аварий. И за любовь к профессии 2 сентября им сказали спасибо. Марина Кузанова, 11 лет проработав медсестрой, решила кардинально сменить сферу деятельности. Заочно получила другое образование, став лаборантом химического анализа. Профессию любит, планирует получать новые знания. Каждый год нас направляют на обучение, мы развиваемся. Коллектив у нас тоже замечательный. Награды за многолетний труд и качественную работу удостоились слесари, водители, газоэлектросварщики, электромонтеры, начальники газовых служб. В данный момент я отвечаю за газоснабжение города Ульяновска в целом. Можно сказать, что последних таких глобальных случаев не было. Вроде все жители у нас с газом и с теплее, и это моя работа. Комфорт в каждый дом, причем и на сельской территории. Работа предстоит большая, но постепенно задуманное воплотят в жизнь. Утвердили планы, графики производства этих работ по газификации, определили взаимодействие, как людям подать заявку, как получить эту услугу до газификации с понятными сроками и с понятными результатами. Газ поставляют, нефть добывают. В 2020-м показатели по черному золоту составили более 600 тысяч тонн. Но самый драгоценный ресурс отрасли – это профессионалы, которые уже 65 лет делают быт земляков удобным и уютным. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.